Всем доброе утро. Знаете, чем я с утра занимаюсь? Маски, блин, делаю. Я специально даже машинку не убрала. Я сестрам мужа пообещала уже 2 недели назад, что сошью им маски. И все, неохота, неохота, знаете. А сегодня вот встала, на эту машинку посмотрела. Потому что если бы я ее убрала, то бы вообще не вспомнила. И думаю, надо сшить. Потому что сегодня, наверное, с ними опять увидимся. И опять мне надо будет что-то придумывать, почему я их не сделала. В общем, сошью сейчас быстренько, делов 5-минутное, но лень, матушка, она вперед меня родилась, поэтому как бы, ну все, теперь я уже приготовилась, слушаю телек, слушаю Чучу и шью. Ну все, маски готовы, так что, одна правда вышла такая здоровая, почему-то все мерки одинаковые, но почему-то одна вышла здоровая, а другая нет. Ну, я сюда вот такую пришпандорила, эту штуку. Вот. В общем, ладно, годится. Все, иду сейчас с Чарли гулять. На пляж, наверное, поеду. Погода вроде бы хорошая, так что... Ну, мы на пляже, да? Ну, я тихо гуляю. Шлятка, да, помусь на пляже. Машинку все спрячу, она мне больше не нужна. Это вот зона отеля, но в Испании все пляжи бесплатные, как бы это да, отеля зона, а это бесплатно уже, здесь кто хочет, тот и загорает, там купается, ну смотрите, как сожрало море, пляж вообще, трындец, тут даже и лежать-то негде, такие штуки навешаны вообще, водные стихии, это конечно да, все на своем пути смоет. Наверное, придумают что-нибудь отель. Ого, видали его? Тебе нравится травка, да? Ой. Что-нибудь придумают. Потому что, вернее, это надо уже думать. Скоро сезон, надо открываться. О-о. Любит он так ковыркаться. Смешной такой. Ой, господи. Мы к друзьям приехали тут. Смотрите, какой у них фонтанчик прикольный. Классно. Смотрите, какой шикардос.
Они что-то там нам приготовили. Я домой прибежала быстрее. Муж говорит, поехали, нас пригласили в гости. Друзья, я говорю, блин, здрасте, приехали. Ну, поехали, а что делать? Процесс идет, здесь готовится паэлья. Ну, а ей оно. Паэлья. Паэлья и паэль. А здесь готовится пулько, и там креветки сейчас будут готовиться. Так что все в процессе. Вношу свою лепту. Что потом это, видите, я тоже готовлю паэлью. Здесь все, как говорится, по-домашнему, по-семейному. Поэтому, кто увидел, тот и помешал. Здесь курица, свинина, чеснок. Все, отобрали. Хозяйка мне говорит, ну, хозяйка этого дома. Говорит, у меня там внутри огород есть. Вот пришла огород ее смотреть. Помидоры. За мной кто-то еще идет. Хочет посмотреть огород. Она только посадила, говорит, его. А это какая-то трава. Как пахнет вкусно. Потом спрошу, что за трава. А еще вот тут у них яблоко было. Яблочное дерево. И очень вкусные яблоки. Тут курица, что ли? Тут у них никого нету. Но у них где-то куры должны быть. А, вон они. Ой, там не тесно. Две курочки. Только вот они купили, говорит, их. Что-то домик совсем маленький у них там. А3. Мне кажется, у них очень тесно в этом домике. А, вот яблоки, смотрите. Ой, блин, вот эти яблоки с солью. Это яблоки типа Golden. Вкусняцкие. Инжир. Тут что-то уже свалилось. Персики, что ли, были? Инжир. В общем, всего до всего. А, и груши, смотрите, есть. Груши. В общем, все есть. Ну так вот, нежданно-негаданно прибыли в гости. Смотрите, какой вид классный на горы. Ой, con cuevas. Espérate que se la gamba también. Y para mí son todo gamba. Это не, говорят, это говорит разный вид. No echa agua, no echa agua. Ya no sé, pero que ha caído, ¿qué hago? Eso. Видите, они разные. Для меня одно и то же. Ну, ну ладно. На соли делается. А вот это синее, это... No se te entiende nada lo que dice. No importa. Qué bien huele. Pero y el ajo, ¿dónde está? El ajo está ahí. Pero que de Juan. Llama. Yo, no, está hablando de Charo. Yo que me voy a casar a la puerta. Está juego, risbucho. Paella, paella y paella. Это у нас такой десерт. Мелон. Дыня. Я вам не показала зону бассейна. Мы здесь не раз купались. Есть фоточки, кстати, в Инстаграм. Но вот этого, по-моему, не было. Надо сейчас спросить. Или было. Или пальмы выросли уже. Что-то не помню. Да, наверное, еще ледяная. Даже не видно, где заканчивается, представляете? Ой, тут и заканчивается. А нет, хорошая вода. Не холодная, надо же. А там Сьерра-Невада, Альпухарра. В общем, все там. Мы уже поели, объелись. Со стола убрали. Не знаю, что сейчас будем делать. Вот там сидим.
Я пришла домой, смотрите. Я вся нафиг сгорела. Я вообще поругала мужа. Ой, а что тут от ветра все закрылось? Почему? Почему? Потому что он хотел типа сюрприз сделать, что его вот друг, друзья пригласили. Вот. Но я говорю, ты бы хотя бы сказала, что купальник надо взять. Я бы там в бассейн занырнула. А мы смеемся, говорю, с женой там. Я говорю, у меня обычно всегда в этом, в багажнике в машине всегда есть купальник и все такое. Но так как еще летний сезон не начался, то купальник у меня тоже не оказалось в багажнике. Она смеется. И вот я пока сидела в бассейне, у меня все плечи нахрен сгорели. Смотрите, вообще. Вот. Так что, ну, зато классно посидели так. Они уже потом коктейли начали пить разные. О, какая красота. Время уже довольно-таки поздно. А вот. И сейчас футбол начнется, поэтому муж учесал на футбол смотреть. А я буду наслаждаться горьким одиночеством. Пойду сейчас попью, потому что после рыбы и паэльи хочется очень сильно пить. Вот. Так что вот так вот непроизвольно. Причем, знаете, я садилась в машину и не знала, куда нас приведет дорога. Я говорю, куда ехать-то? В общем, вот так вот потусовались. У нас вообще очень, у мужа очень много разных друзей. И поэтому даже больше, наверное, чем русских. Поэтому каждое воскресенье мы с кем-нибудь все равно встречаемся. Как, и я все время говорю, как хорошо, что я не пью алкогольное, потому что я не знаю, у меня бы сил. Говорят, русские пьют. Да они не видели, как испанцы пьют. Начинает с пива. Такое лапа моя. С пива, вино. Да, там разговаривают. Да, скажи всем привет. Ай. Да, да. Так соскучилась. Мы так давно не виделись. Да, да. Ребенок. Потом коктейли. Никакого здоровья не хватит. А я сейчас съем мороженое. Сорбет. В моем стаканчике этом. Блин, плечи горят. Сейчас намажу кремом их. В моем стаканчике бумажном. Знаете, это какое-то попадалово, когда начинаешь чистить зубы. А потом, а у тебя зубная щетка вырубается, потому что зарядка закончилась. Я душек сходила, плечи, конечно, горят. Трындец. Я их уже намазала. Сейчас еще намажу. Вот такой у меня есть штука. Какое-то молочко. От... Вот это вот. И вас, короче, так вот намажем. Пипец, сгорело как. Вот так вот. Посидели у бассейна. Надо было мне намазаться чем-нибудь. Сейчас масочку наложу. Розовые, розовые розы. На волосы вот такой вот орофлуиду. Это золото какое-то. Эликсир. Средство для придания красоты волосам. Масло для наружного. Сделано в Барселоне. Так, две капельки. Растираем в руках. И по волосам. Все, мой уход за волосами закончен. Делаю всегда на противоположный бок, укладываю. У меня, знаете, здесь вихрь один и здесь, и весь волос ложится вот так. Он вот так хочет ложиться. Ну так же некрасиво, правильно? Поэтому я делаю на этот бок.
И теперь моя масочка любимая. Розовая роза. А, и с ней надо лежать, знаете, как морды вот так вверх, потому что она потом застывает. И, в общем, если морды вниз, то все морщины наоборот на вас. Я так тоже самое, кстати, заметила, что это действительно так. Она пахнет просто нереально вкусно. И послеэффект мне тоже нравится. И надо ее вот так вот, прям вот так вот в морду втирать, втирать, втирать. Это так написано. Это не я придумала. И надо ее смывать, несмотря на то, что она за, как это, как пленка застывает. В общем, буду мазаться и с вами прощаться до завтра. Завтра походим по магазинам, как всегда. Тут у нас в городе. Посмотрим, что почем и как. Ну, в общем, оставайтесь на связи. Всего самого наилучшего. И всем пока-пока!